Honda CRF 250L 2012 год, чуть-чуть изменен внешний вид, получается на трубочки одеты на спицы, на заднее переднее колесо, оклеен разным маракалом, стоит нештатное переднее крыло, нештатный выхлоп и заднее крыло тоже, здесь должен такой как брызговичок идти, куда крепится номер регистрационный, это все изменено. Так, в целом особо ничего из тюнинга нет. Патрубки на охлаждение тоже розового цвета, ну такой интересный вид у него, нестандартный, конечно, для любителей всего вот этого яркого, самое оно. Один ключ, пробег у нас 27 тысяч километров, мотоцикл у нас без АБС-ки, еще бывает на АБС. Такой мягкий выхлоп, то есть не громкий, кто переживает, если при покупке не станет на учет, можете не сомневаться, все пройдет. Японцы в основном не ставят ничего такого громкого, то есть погромче штатного выхлопа звук, но чтобы не нарушал нормативы, поэтому все встанет на учет без проблем даже в таком виде. Резина зад-перед в хорошем состоянии. Задний тормозной диск, выработка минимальная, остаток колодок процентов 30. Цепь звезда у нас отлично. Задний амортизатор сухой, весь чистенький. Шток без коррозии. Отбойник на месте с маленькими... Прошу прощения, с маленькими трещинками. Вилочка у нас сухая. Вот здесь вот внизу есть небольшие рыжечки, то есть на нерабочей поверхности, это, как правило, болезнь уже вилок перевертышей, потому что они открытые, не защищены от внешних факторов. Передний тормозной диск, выработка также минимальная, остаток колодок наполовину точно есть, поэтому из первоначального поменять маслофильтр и, в принципе, можно эксплуатировать данный мотоцикл.